друзья, на старт можно ставить профессиональные навыки. Проект «Студент на неделю» знакомит старшеклассников с университетскими буднями. Пока без экзаменов и зачетов, но с лекциями и мини-практикой. В Гомельском медуниверситете, например, более 40 новоиспеченных слушателей. Это ученики химико-биологических классов, мечта которых – быть врачом. Привела сюда очень большая обширная научная база, помогать людям, как бы, очень хочется даже. Упор, наверное, на детскую хирургию, интересно. Все-таки как-то больше в такой тяжелой профессии поработать. Образовательному эксперименту помогает специализированный центр. Симуляторы для проведения операции и условия максимально приближены к клиническим. И если для школьников это профканикулы, для университета – дополнительная возможность создать студенческий резерв. Елена Витко, Карина Гуревич и Николай Скинтиян. Агентство «Теленовостей».